Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 100% 300 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Тапочки начинаем вязать с мыска снизу вверх. Дальше вяжем боковины и нижнюю часть тапочек. И в конце вяжем подошву и задник тапочек. На спице белой ниткой набрала 11 петель. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Второй ряд. Первая петля кромочная, 1 накид и до последней петли все петли ряда вяжем лицевыми петлями. На спице левой осталась 1 петля, 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Третий ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Накиды тоже вяжем лицевыми петлями. Четвертый ряд. Первая петля кромочная. 1 накид и до последней петли все петли ряда провязываем лицевыми петлями. На левой спице осталась 1 петля, 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Пятый ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Накиды тоже провязываем лицевыми петлями. Шестой ряд. Первая петля кромочная, накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями. На левой спице осталась 1 петля, 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем седьмой ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Накиды тоже провязываем лицевыми петлями. Провязала первые 7 рядов. Больше петли с помощью накида мы добавлять не будем. На спице у меня 17 петель. И дальше продолжаем вязать мысок, так как вязали предыдущие 7 рядов платочной вязкой. Только будем вязать уже орнамент. Вяжем 8 ряд. Первая петля кромочная. 7 петель провязываем белой ниткой. Дальше крепим зеленую нитку и провязываем одну петлю зеленой ниткой. И до конца ряда все петли провязываем белой ниткой. Провязала 8 ряд. Следующий 9 ряд провязываем так, как вязали 8. Петли белого цвета провязываем белой ниткой. Петли зеленого цвета провязываем зеленой ниткой. Вяжем лицевыми петлями. 10 ряд. Первая петля кромочная. 3 петли провязываем белой ниткой. 3 петли провязываем зеленой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем зеленой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Три петли провязываем зеленой ниткой. И до конца ряда оставшиеся петли провязываем белой ниткой. Провязала 10 ряд. 11 ряд вяжем так, как вязали
10 ряд, 12 ряд, первая петля кромочная, 2 петли провязываем белой ниткой, следующие 3 петли провязываем зеленой ниткой. Две петли провязываем белой ниткой, одну петлю провязываем зеленой ниткой. Снова две петли провязываем белой ниткой, три петли провязываем зеленой ниткой. И оставшиеся 3 петли провязываем белой ниткой. Провязала 12 ряд. Следующий 13 ряд вяжем так, как вязали 12 ряд. 14 ряд, первая петля кромочная, одну петлю провязываем белой ниткой, следующие 3 петли провязываем зеленой ниткой, две петли провязываем белой ниткой, одну петлю провязываем зеленой ниткой, одну петлю провязываем белой ниткой, одну петлю провязываем зеленой ниткой, две петли провязываем белой ниткой, три петли провязываем зеленой ниткой. И оставшиеся 2 петли провязываем белой ниткой. Провязала 14 ряд. 15 ряд вяжем так, как вязали 14 ряд. 16 ряд. Первая петля кромочная. 5 петель провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем зеленой ниткой, одну петлю провязываем белой ниткой, одну петлю провязываем зеленой ниткой, одну петлю провязываем белой ниткой, одну петлю провязываем зеленой ниткой, и до конца ряда оставшиеся 6 петель провязываем белой ниткой. Провязала 16 ряд. 17 ряд вяжем так, как вязали предыдущий 16 ряд. Провязала 17 рядов. Дальше обрезаем зеленую нитку. Зеленой ниткой мы уже вязать больше не будем. И вяжем 18 ряд. Первая петля кромочная. 3 петли провязываем белой ниткой. И дальше крепим розовую нитку. Прикрепила розовую нитку и следующие 3 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. И 3 петли провязываем розовой ниткой. И до конца ряда оставшиеся 4 петли провязываем белой ниткой. Провязала 18 ряд. 19 ряд вяжем так, как вязали предыдущий 18 ряд. 20 ряд. Первая петля кромочная. 2 петли провязываем белой ниткой. Следующие 3 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. 3 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой.
петли провязываем розовой ниткой. И оставшиеся 3 петли провязываем белой ниткой. Провязала 20 ряд. 21 ряд вяжем так, как вязали предыдущий 20 ряд. 22 ряд. Первая петля кромочная. Одну петлю провязываем белой ниткой. 3 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. 5 петель провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. 3 петли провязываем розовой ниткой. И оставшиеся 2 петли на левой спице провязываем белой ниткой. Провязала 22 ряд. Следующих 3 ряда с 23 по 25 ряд вяжем так, как вязали предыдущий 22 ряд. Провязала еще 3 ряда. Вместе провязано 25 рядов. Дальше вяжем 26 ряд. Первая петля кромочная. 2 петли провязываем белой ниткой. 3 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. 3 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. 3 петли провязываем розовой ниткой. И оставшиеся на левой спице 3 петли провязываем белой ниткой. Провязала 26 ряд. 27 ряд вяжем так, как вязали 26 ряд. 28 ряд. Первая петля кромочная. 3 петли провязываем белой ниткой. 2 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Две петли провязываем розовой ниткой. И оставшиеся на левой спице 4 петли провязываем белой ниткой. Провязала 28 ряд. Следующий 29 ряд вяжем так, как вязали 28 ряд. 30 ряд. Первая петля кромочная. Одну петлю провязываем белой ниткой. 2 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. 2 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. 2 петли провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. 2 петли провязываем розовой ниткой. И оставшиеся на левой спице 2 петли провязываем белой ниткой. Провязала 30 ряд. 31 ряд вяжем так, как вязали 30 ряд. 32 ряд. Первая петля кромочная. 6 петель провязываем белой ниткой.
Одну петлю провязываем розовой ниткой, одну петлю провязываем белой ниткой, одну петлю провязываем розовой ниткой и до конца ряда оставшиеся 7 петель провязываем белой ниткой. Провязала 32 ряд. 33 ряд вяжем так, как вязали предыдущий 32 ряд. 34 ряд. Первая петля кромочная. 5 петель провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем розовой ниткой. Одну петлю провязываем белой ниткой. Одну петлю провязываем розовой ниткой. И оставшиеся 6 петель на левой спице провязываем белой ниткой. Провязала 34 ряд. 35 ряд вяжем так, как вязали 34. Провязала 35 рядов. Следующие 4 ряда с 36 по 39 ряд вяжем платочной вязкой белой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем белой ниткой. Так провязываем 4 ряда. Провязала еще 4 ряда белой ниткой. Вместе у меня провязано 39 рядов. Дальше закрываем все петли и мысок наших тапочек готов. Мысок тапочек готов. Теперь на спице розовой ниткой набираем 25 петель. Набрала 25 петель и дальше, начиная с этого края, вот так по нижнему краю и к этому краю набираем петли. Набрала петли по краю мыска. У меня получилось 50 петель. На спицах у меня 75 петель. Теперь с этой стороны нам тоже нужно набрать 25 петель. Набираем еще 25 петель. Набрала еще 25 петель. Вместе у меня на спицах 100 петель. Дальше 18 рядов провязываем все 100 петель резинкой 1 на 1. Первая петля кромочная и дальше вяжем. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так провязываем 18 рядов. Провязала 18 рядов резинкой 1 на 1. Дальше в конце 18 ряда по этому краю набираем петли для задника.
Набрала 10 петель на спицах у меня. 110 петель, дальше провязываем 19 ряд. 19 ряд вяжем все петли ряда, все 110 петель провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 19 ряд. Теперь в конце 19 ряда по этому краю нам нужно набрать тоже 10 петель для задника. Набираем 10 петель. Набрала и по второму краю 10 петель. Дальше провязываем первые 54 петли. Первая петля кромочная. И 53 петли провязываем лицевыми петлями. Провязала первые 54 петли, дальше на центральных 12 петлях буду вязать подошву. Вяжем первый ряд. 11 петель провязываем лицевыми петлями. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 10 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд. Разворачиваем и вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 10 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная. 10 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряда подошвы. Провязала 4 ряда подошвы, так вяжем еще 74 ряда. Вяжем так, как вязали предыдущих 2 ряда. Лицевые ряды провязываем кромочной, 10 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочной, 10 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем еще 74 ряда. Провязала еще 74 ряда подошвы. Вместе у меня провязано 78 рядов. Вяжем 79 ряд. Первая петля кромочная. 9 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 80 ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 81 ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 82 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 83 ряд. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых, и 3 петли.
петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 84 ряд. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 84 ряда подошвы. Подошва готова. Дальше на оставшихся центральных 6 петлях будем вязать задник. С обеих сторон на спицах у меня осталось по 12 петель и центральные 6 петель. Вместе 30 петель. Вяжем первый ряд задника. Первая петля кромочная. Одна петля лицевая, одна изнаночная, лицевая, изнаночная. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд. Разворачиваем, вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, одна петля лицевая, одна изнаночная, лицевая, изнаночная. И следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд задника. По такой схеме, как вязала предыдущие 2 ряда, вяжем до тех пор, пока на спицах не останется 6 петель. Провязала задник. Вот такой задник у меня получился. На спицах у меня осталось 6 петель. Дальше закрываем все петли. И наш тапочек готов.